Приветствую вас. Если честно, не совсем понятно, в чем ваш вопрос заключается. Ну, то есть конкретно, вот, в чем вопрос ваш. То вы говорите о том, что значит, не можете понять парня, поведение парня. Вот, то вы, значит, говорите о том, что у вас вообще отношения с мужчинами складываются, ну, как-то, знаете, вот не самым лучшим образом, что вы не чувствуете ничего к ним, да, и так далее. А сами при этом вниманием у них пользуетесь, вот. То вы пишете о том, что думаете об этом парне, вот, ну, о своем постоянно, и из-за него расстались с предыдущим, то есть как бы уже обвиняя его в том, что это из-за него вы расстались с парнем и потеряли к тому парню интерес, вот. То есть вопросов-то на самом деле гораздо больше, это уже скорее тема для серьезной психотерапевтической работы, а не для просто ответа на один вопрос. Вот. Значит, смотрите, если мы говорим конкретно о поведении парня, да, то он ведет себя просто как неуверенный в себе мужчина, который не знает, чего хочет. Вот. То есть он вроде бы как и хочет быть с вами, вроде как вы его интересуете, вот, вроде как, заметьте, да, повторяю, вроде как, потому что, можно судить только о том, вот, собственно, об этом можно судить, да, только исключительно по тому, что вы описываете. Вот, вот он вроде бы к вам начал тянуться, да, и тянулся. Возможно, у него были проблемы с его девушкой. Возможно, у него были проблемы с его девушкой, из-за чего он тянулся к вам. Вот. Теперь у него проблем с девушкой уже нет. И, соответственно, опять сделал шаг назад, да? Вот, это человек, который, ну, в первую очередь, наверное, думает все-таки больше о самом себе, нежели чем о, допустим, ну, о вас, да, нежели чем о вас. Вот. И поэтому данный аспект здесь нужно, ну, как следует понимать, да, нужно понимать, что мужчина беспокоится в первую очередь именно о самом себе, и что он, скорее всего, боится потерять ту свою девушку. Вот, возможно, потому что вы кажетесь ему слишком недоступны, возможно, по какой-либо еще причине, вот. То есть это, в принципе, ну, не так важно на самом деле, да? Вот. Это то, что касается непосредственно его. И
гадать о его поведении, именно гадать о его поведении, можно, в общем-то, долго. Ну, потому что неизвестно, что действительно с ним происходит. Понимаете? Какая история. Вот. А на вас, это, к сожалению, влияет. Ну, потому что вы и накручиваете себя, да, и переживаете, вот, и думаете о нем, ну, много, то есть больше, чем надо бы, да, вот, то есть это все уже про вас, это все про то, как вы себя чувствуете, скорее. Вот. И это, именно ваше желание. Вот. Смотрите, вы говорите о том, что, значит, мужчина начал делать вам комплименты. То есть, ну, с чего все началось, собственно говоря, с того, что мужчина делал вам комплименты, начал делать вам комплименты, и вы влюбились в него. Вот. То есть влюбились вы во что? А влюбились вы скорее, да? Именно в то, как он вас, ну, преподносил. То есть он делал вам комплименты, да, и вы, соответственно, в это, ну, влюбились. Вот. То, что он вам делал комплименты. Скорее всего. Я еще раз повторю, в этом не уверен. То есть это просто пока именно вот, ну, предположение. То есть нужно понять конкретно, во что вы влюбились. Вот именно вы. Понимаете? Вот. Это важно. Это важно. Значит, давайте теперь мы с вами разберем именно ваш текст. Значит, один парень начал активно со мной общаться, говорил комплименты, на тот момент мне это было приятно, я начала в него влюбляться. То есть, понимаете, да, вы влюбляетесь не в человека, да, вот, а в комплименты, которые он вам делает. То есть, по сути, вы влюбляетесь не в него, а в его отношение к вам. То есть, в то, как он вас видит, вы влюбляетесь в то, как он вас воспринимает. Вот. С учетом того, что у вас есть парень, ну или был на тот момент, это выглядит так, что со своим мужчиной вы, ну, недополучали того, что вам было нужно. Как бы возникает вопрос, да? Возникает вопрос, а зачем вы тогда, ну, с ним
были в отношениях. Если вам, ну, если вы не получали от него то, что хотели бы получить, знаете, вот. То есть это, мне кажется, очень такой важный момент, для чего вы были, значит, ну, с мужчиной. Если он вас не удовлетворял, грубо говоря. Вот. Понимаете, да? Какая история? Вот. Дальше. Дальше. Так. Потом оказалось, что в другом городе у него есть девушка, но исходя из его отношения ко мне, я подумала, что у них все несерьезно. Ну, опять же, да? Исходя из его отношения к вам. То есть вы не проговорили этот момент, по сути, друг с другом. Вы не проговорили этот момент с ним, не спросили, не уточнили. И очень важно понять, почему? То есть вы додумали за него то, что между вами происходит, именно додумали, но не открылись ему, не спросили, как бы, значит, что это значит? Ну, то есть, вот. Что значит, что у него девушка есть? Ведь это важный момент, как вы считаете? Конечно, важный. Но вы на этом свое внимание не заострили. Почему? Потому что, может быть, боялись чего-то. Может быть, еще какие-то моменты у вас имели место быть. Но в любом случае, за этим что-то стоит. В любом случае. Дальше идем. Какое-то время мы с ним, значит, часто виделись, общались, переписывались, но потом вдруг его отношение изменилось. Ну вот, если вы ничего не делали, да, если вы абсолютно ничего не делали, если вы абсолютно ничего не меняли в своем поведении, а отношение человека к вам поменялось, то, скорее всего, дело здесь совсем не в вас. Это, скорее всего, здесь дело именно в нем. Только. То есть у него было желание вам писать, он писал. Потом желание пропало. К вам это, ну, не относится. Никак.
Но. То, что вы хотели бы, то это ваше желание. Вот они никуда не делись. Это правда. Именно ваше желание. Дальше. Так, в чем причина, так и не поняла. И не спросили. Через одну, две недели мы, значит, мы собирались на коттедже, само собой выпили. В общем, тогда он поцеловал меня, после этого предложил уединиться. Я предупредил его, что ничего не будет, он меня понял, поэтому мы лежали, обнимались, целовались, уснули вместе в обнимку. Я думал, что этот день хоть как-то повлияет на наши отношения, но нет, никаких изменений не было. Уважаемая Стар, а почему вы не допустили возможность самостоятельно повлиять на отношения? То есть вы почему-то только сами значит ждали, что он это сделает. Но вы ничего не делали. По какой причине? Знаете? Вот. Откуда такая пассивность? Как бы. Вот. Я не обвиняю вас, на самом деле, не обвиняю. Мысли именно обвинить вас у меня нет. Именно обвинить вас. Проблема здесь, скорее, она в вашем поведении, я бы сказал. Проблема здесь скорее в том, как вы себя ставите в отношениях. Вот. То есть вы перекладываете ответственность на мужчину. Так, он ответил, что ничего такого не замечает. В общем, уже полгода, как общение настало, как у всех, мы даже перестали обниматься при встрече. Ну, я не знаю, как вы общаетесь, но явно доверительных отношений у вас нет. И связано это, конечно, в первую очередь именно с тем, как вы себя, еще раз повторю, ставите в отношениях. Вот. То есть вы либо ставите себя в отношениях так, что между вами становятся возможны доверительные отношения, вот, по-настоящему доверительные, по-настоящему хорошие, вот, либо вы ставите себя так, что между вами отношения вот всегда вот, ну, вот такого типа. То есть отношения, понимаю, не понимаю, что происходит. Понимаете? То есть здесь, грубо говоря, все зависит именно от вас. Вот от того, как вы себя поставите. Именно вот, как вы себя позиционируете. Мне представляется. То есть мужчина, он изменил свое отношение к вам, а вы как будто бы даже отреагировали, ну, так, как будто это вот не то чтобы нормально, прямо, да. Но
Как минимум. Пассивный, я бы сказал. Понимаете, какая история. И это важный момент. Это важный момент. Очень, очень важный момент. Либо вы не привыкли вести себя, так скажем, более активно в отношениях с мужчинами. Либо вы чего-то боитесь, либо вы привыкли, что ваши желания полностью удовлетворяются. Вот. Да что, в общем-то, не является чем-то хорошим, опять же. Вот. Ну, для вас, именно для вас. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь, что я хочу сказать вам. Вот. А дальше вы пишете, что так, он до сих пор с девушкой, хоть виделись они за эти полгода один раз. Самое ужасное, все эти полгода я убиваюсь из-за этого парня. Ну вот, подумайте сами. Из-за чего конкретно вы убиваетесь? Подумайте. Из-за чего вы убиваете? То есть, что такого происходит, да, ну вот с вами, что вы именно убиваете, что вам, чего вам не хватает, что вы потеряли, да? С этим мужчиной. Это важно. Для вас. В первую очередь. То есть, если вы убиваетесь, значит, вам чего-то не хватает. Не хватает. Вот. Ну и, соответственно, несложно догадаться, что нужно как раз и понять, чего именно вам не хватает. Может быть, вам не хватает как раз таки этой любви, которую вы испытываете к нему. Может быть, чего-то еще. Так, думаю о нем слишком часто, пишите вы. Ну вот, тоже было бы очень неплохо, если бы вы раскрыли это. То есть, что конкретно, в каком контексте вы думаете о нем слишком часто? Вот. То есть, ну, именно контекст меня интересует, скорее, здесь. То есть, если вы именно думаете о нем, то, значит, ну, наверное, чего-то вам хочется, и хочется, наверное, чего-то от него именно. Вот. То есть это все необходимо разобрать, потому что данные аспекты очень важны. Очевидно, что здесь речь идет о ваших потребностях, очевидно, что речь здесь идет о ваших желаниях, это очевидно. На мой взгляд, это очевидно. Вот. Значит, но ваши желания, тем не менее, да, ваши желания, они нуждаются в самостоятельной реализации.
То есть нельзя на человека, да, в данном случае вот на мужчину возлагать ответственность за то, чего хотите вы, именно вы. Это вот не совсем в данном случае корректно. Вот. Потому что хотите чего-то вы, да, а по факту это напрямую зависит от мужчины. Ну, для вас, как бы. Это зависит от мужчины. И это не есть хорошо, потому что это создает зависимые отношения, вот, в которых вы, в данном случае, вот вы, по сути дела, только лишь страдаете. Вот. То есть это не совсем здоровые отношения. Получается. Отношения, которые по факту завязаны на потребности. На потребности, на желании, а не на стремлении сделать счастливым мужчину. Вот. И, соответственно, очевидно, что в этом плане вы зависимы. Вот. Ну а поскольку зависимость никому ничего хорошего не сделала, то вам от нее нужно отдаляться. Вот. Понимаете? Это лучше для вас. Безопасно для вас. Хотя бы. Дальше. Такое ощущение, что мне встречный дает такой вопрос, почему он изменил ко мне отношения. Такое впечатление, что вы не допускаете того факта, просто того факта, что мужчина мог изменить к вам свое отношение просто. То есть, ну, например, с вами это к вам это отношение вообще никакого не имеет. А такое ощущение, что вы не готовы принять этот факт. То есть вам кажется, что если мужчина изменил к вам отношения, значит, ну, что-то именно с вами. Вот. На самом деле это не так, и мужчина мог изменить отношения к вам просто. Просто потому, что, ну, так у него это получилось, например. Вот. Возможно, вы не уверены в себе, в глубине души. Возможно, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем. Вот. Но факт остается фактом, что вы не принимаете позицию человека в том контексте, что чувства к вам могли уйти. И это, в общем, нормально. Ну, в общем и целом, нормально.
Самое неприятное, что из-за него я расстался с парнем. Нет, нет, старым. Не из-за него вы расстались с парнем. Расстались с парнем вы, потому что вам не было с ним хорошо. С парнем, со своим. Вот из-за чего вы расстались с парнем. Понимаете? То есть вот здесь не надо путать. Не надо путать две вещи. Если бы у вас с парнем вашим было бы все хорошо, вот, то вы никогда бы не расстались. Вот. Никогда. Потому что, ну а зачем, если у вас все здорово? Зачем расставаться? Понимаете? А так, у вас были проблемы, вы, возможно, были не удовлетворены состоянием ваших отношений. Вот. И, соответственно, расстались с мужчиной, как только появилась такая возможность. Но переложили ответственность на парня. Понимаете? То есть тут вот, конечно, еще одно подтверждение того, что вы не готовы брать на себя личную ответственность за то, что между вами происходит. Вот. В этом плане мужчина, который не отвечает вам взаимностью, он ведет себя более, так скажем, последовательно, да, потому что он знает, чего хочет, он сближается, когда хочет, отдаляется, когда хочет, а вы в этом плане более проигрышная ситуация. И опять же, все это напоминает некий импринтинг, то есть ситуацию, когда вы попали во власть образа, вот. То есть вот вы говорите, что ничего не чувствуете к парням, а здесь вот прямо почувствовали, понимаете, вот, и, на мой взгляд, это, ну, не может быть, это не может быть просто так, это не может быть случайностью, понимаете, вот, на мой взгляд, у этого есть свои причины, опять-таки, да, вот. И мне кажется, что чем раньше, чем быстрее вы эти причины найдете, да, то чем быстрее вы поймете, почему именно этот парень не выходит у вас из головы, тем лучше будет для вас. В том плане, что вы сможете это контролировать, управлять. Ну, сможете этим управлять. Вот. Значит, соответственно, дальше вы пишете, что мне кажется, что я себя накручиваю, но ничего поделать с этим не могу. Ну, а накручиваете вы себя, почему? Почему накручиваете? Потому что есть определенные желания у вас. Есть то, чего вы хотите. Вот. И вы, конечно же, пытаетесь это реализовать. Только способ
вы выбираете, ну, не совсем адекватный. Вот. Потому что при данном способе вы остаетесь в проигрыше. Вот. А это неправильно. Точнее, даже неправильно, не неправильно даже, а точнее деструктивно для вас. Вот. Понимаете? И, соответственно, нужно смотреть, что у вас за желания, какие у вас желания, и учиться их реализовывать правильно. Может быть, у вас есть страхи какие-то, может быть, у вас есть комплексы, может быть, вы пытаетесь сейчас, именно сейчас, доказать кому-то что-то. Вот. Ну, я не знаю, что, да, но, тем не менее, все же, в данном случае, все может быть. Согласна, я надеюсь. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться. Здесь, конечно, нужно разбираться. Что происходит, почему происходит и так далее. Вот. Ибо мне кажется, что все, что вот вы описываете, все это далеко не случайно. Вот. И имеет это под собой значит, причину, да, куда более серьезную и глубокую, чем кажется вот на первый взгляд. Вот. Вот так вот. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого-самого доброго, удачи, и не забывайте, что если возникают трудности, вы можете обратиться к специалисту, и специалист вам поможет разобрать сложные моменты и обрести счастье и гармонию.